Всем салам алейкум, доброго дня, ребята, всем моим подписчикам, гостям этого канала. Сегодня небольшой будет такой видосик для тех людей, кто занимается машинами, очень часто едет дороги, особенно ночью, ослепляет глаза, что делать, есть какой-нибудь выход с этого. Я здесь лежу перед вами, Итак, смотрите, очень часто, когда едете вы по трассе, бывает такое, что встречная фара машины ослепляет. Это не значит, что кто-то вас ослепляет. Бывает, кто-то человек задумался, стал дальним путем. Бывают у кого-то неотрегулированные фары. Бывает, у кого-то корректор фар не регулируется, сзади гружен, и машина как бы приподнимает, и тем самым по-любому вас ослепляет. Бывает, машина идет на подъем, а вы вниз тоже будет ослеплять. Потому угол подъема разный, у вас и у него встречное движение. Я как из этой ситуации выхожу, я вот сейчас на примере видео покажу, как посмотрите. Вот вы едете по дороге. В ночное время сюда. Вроде у вас светло, но встречный движение, встречный транспорт из-за плохих пар и плохой регулировки ослепляет вам глаза. И вы ничего не видите. Не надо сразу паниковать. Старайтесь сразу смотреть нижний правый угол, зафиксировать или обочину, или линию пунктирную. И по ней ориентироваться, пока у вас зрение не нормализуется. И делайте небольшую зарядку в дороге. Я это очень часто делаю. Берется просто глазами. Как бабочка, моргаете быстро. Закрывать, открывать, закрывать, открывать. Вот так на примере. И что в этой ситуации я делаю? Вы поняли смысл, да? Я когда вот еду, у меня праворукая машина, но все равно я и на левую руку езжу, и на правую руку. Вот ночью, когда домой возвращаюсь, если меня кто-то слепит, я не стараюсь ему моргать, я стараюсь не паниковать, просто в правую сторону смотрю, в нижний угол. И контролирую, допустим, если есть полоса пунктирной линии, я по ней ориентируюсь. Если нет, по обочине ориентируюсь и смотрю перед собой правый левый угол, чтобы я видел дорогу. Когда ослепляет, глаза как бы плохо видят. Ну, пока хотя бы глаза в чувство принять. Заходи, мы разговариваем. Уходи, я разговариваю. Хорошо. И мой взгляд будет устремлен именно в правый нижний угол. Тем самым, как бы, я начинаю хоть чуть-чуть контролировать дорогу. А некоторые просто сразу теряются, начинают на встречную уезжать, тормозить. Ну, на трассе, на гололеде это очень опасно. И ночью, допустим, кто-то сзади едет, он может не успеть. Ну, люди паникуют в некоторых ситуациях, но неопытные люди паникуют. Что такого не происходило? Просто визуально смотрите, ищите первый голова, взгляд вниз, правый-левый угол. Правый-левый, говорю. Правый и нижний угол смотрите. И тем самым, пока зрение чуть восстановится, вы можете контролировать дорогу и не выезжать на встречную, и не уходить в обочину. Не терять, самое главное, не паниковать. Еще очень часто будет глаза, вот едет, глаза болят, знаете, вечером после работы болят. Я из этой ситуации выхожу как? Я просто беру, и старый метод такой, ну, я не знаю, может есть, я делал. Я быстро глазами моргаю вот так. Секунд 10-20, ну, можно во время движения даже, по-любому ты глаза не закрываешь. Тем самым, когда глаза моргаешь, у тебя глаза, они фокус постоянно меняют. Ты закрыл глаза, фокусировка, как на камере. Ну, у человека глаз, он быстро фокусируется. Поэтому, когда ты вот так резко моргаешь, то глаз паркируется. Тем самым ты фокусируешь сетчатку глаза и сжимаешь само яблоко глазное. И получается самомассаж. Такое в день один-два раз делать по 10 секунд, 20 секунд. Очень полезная методика. Я еще заметил, что у людей, которые очень часто моргают, ну, есть такое неврологическое заболевание, они когда вот разговаривают, мы моргаем там секунд 10 один раз, они вот каждую вторую секунду моргают, такая привычка, ну, это может болезнь, может на нервы почву, из-за нервов, они более как разговаривают, очень сильно моргают. У этих людей зрение намного лучше. Я даже заметил у моей покойной бабушки, она, ей было почти 80 лет, она без очков брала иголку и продевала нитку. Почему у нее хорошее зрение, но она в горах жила, и постоянно вот у нее горы, дом рядом, горы, и вот глаза, когда постоянно фокусировка идет, глаза как бы начинают менять расстояние, и глаза как бы то нагружаются, распускают, ну, как фокусировка. В самом деле мышцы, эти как его, мышцы, короче, разминаются. Еще есть метод, ну это вы знаете, допустим, на лобовое некоторые берут, ставят маленькую точку, и когда вы едете, просто иногда вот на эту точку смотрите на лобовом и резко перемещаете взгляд вдаль дорогу. Опять на лобовое смотрите, опять вдаль. Вот это когда вы меняете позицию, глаз у вас фокусируется, тем самым зрение у вас не ухудшается, наоборот, небольшая зарядка для зрения.
Ну, думаю, вам мои советы помогут. Есть какие-то у вас другие способы бороться с покраснением глаз, усталостью глаз, дороги? Пишите комментарии, прочитаю, будет приятно прочитать. Всем доброго вечера, всем салам алейкум, доброго дня, ребята.